Всем привет! Показываю вам снова свои аурантиаки. Свет все отключила, чтобы не перевирался цвет. Ну вот, блин, все равно не дотягивает он до нужного. Вот он более такой абрикосово-персиковый, очень интересный. Но вот тут вот уже хорошо видно, что все-таки больше в оранжевый. И крапочки на губочке. И вот так вот, сейчас покажу, это все одно растение. Вот таким же желтым, в принципе, распустился и первый букетик. Он со временем набирает цвет. Там немножко крапа, вот уже даже начал набирать цвет. Стал становиться темнее, чем был. Так что такой цветок хамелеон. И, кстати, очень долго цветет, очень долго держится. Цветы свежие, цветы плотные. Очень приятная штучка. Шикарный цвет. Я от него в восторге. И у меня, наконец-то, зацвел, и я, честно скажу, еле дождалась, я же еще татарапыга в плане поснимать, но я ждала, боже мой, тяжело сказать, мне кажется, я ждала целую вечность, может быть, прошло всего неделя или две, ну, в общем, как распустился вот этот товарищ, и это у меня аурантиака Yellow. Честно скажу, вживую по цвету она разительно отличается, она такая лимонно-желтая с зеленцой. А вот этот товарищ, он все-таки больше вот в оранжевый. Да, вот в такой вот, в темненько-оранжевый. И особенность еще вот этих цветочков. У них нету крапа. И они светло-светло-желтые. Вот интересно снимать, да, тем, что вот если я сейчас включу свет, у вот этой орхидейки будет, этой орантиаки будет очень сильно перевираться цвет. Прям страшно. А вот этой должно стать, по крайней мере, для глаза было вот так вот, как надо. Но они разные, они классные, мне очень нравятся. И я вот прям точно знаю, мне теперь надо в коллекцию обязательно Мишиму Спот. Вот прям очень. И я хочу Майами еще вариант. Ох, да, тоже хочу. И я бы, конечно же, если у кого-то есть, боже мой, ребятки, кто живет со мной в Украине, вот такая же просто аурантиака, но более в красный, там, в кирпичный или с более ярко выраженным крапом или со штрихами. И вы будете делить куст, напишите мне, пожалуйста, мне срочно и страх как надо, но нету нигде, нету. Так что я в поиске, я ищу, буду очень благодарна. Спасибо вам большое. Вот, ну, прелести прелестные, конечно. Очень нежные, замечательные, приятный у них рост. Они не сильно большие, у них не очень большой шаг по ризоме. Замечательные девчонки. И, конечно, у меня и адаптация, опять-таки, цветение не моя заслуга. Это достаточно новые у меня товарищи-поселенцы. И, видите, адаптация все-таки всего 3 цветочка. Могло бы быть и больше, тут вообще всего один, остальные позасыхали. Но прелесть этой котлеи в том, что, конечно, она цветет огромными такими шариками, шапками, букетами. Это очень-очень красиво, очень долго держится. И все-таки эта огромная букетность окупает маленький размер цветка. Ну и вообще я заметила, что да, я люблю мелкоцветковые, которые цветут большими шапками, аки-сирень. Так что это мой вариант. Если вы такие же, как я, то вам тоже такое точно надо. Вот такая прелесть прелестная. И на этом буду такой краткий обзорчик заканчивать. А в конце обязательно будет ссылочка на это на видео про вот эту вот аурантиаку, которая распустилась первая. И, кстати, в описании к ней я специально вставила полезную информацию, собственно, об этой котлейке. Вы там можете почитать и ознакомиться. Также, конечно же, как всегда, в описании много различных ссылочек, где можно посмотреть много фоточек, другие мои растения, пообщаться. В общем, много-много всего интересного, много разной деятельности. И на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.